В ожидании, как обычно, праздника футбола, к сожалению, у нас таких игр не так уж и много. Принципиальных противостояний вроде бы можно было и набрать в каждом из туров, бывает, но чтобы вот такой накал страстей, такая история противостояния, такого, к сожалению, у нас наблюдается не очень часто. Но учитывая, что это еще, кроме всего прочего, вот такая красавица арена, но Динамо здесь сыграет впервые с Батэ, это добавляет еще перцу данному противостоянию. И ожидания у меня самое, что ни на есть, замечательное. Сейчас у нас такой, по-хорошему скажу, в стране хоккейный угар, и бывает, знаете, вот так уже насмотришься на эту хоккейную площадку, что уже после белого смотреть на вот такое изумрудное, просто, ну, душа отдыхает. То есть от хоккея к футболу, тем более на подобный матч, переходить одно удовольствие. Loser.
Can you bring me around? They raise you up just so I can take you down. There goes your life right before their eyes. I have you barefoot, praying and going out of your minds. When you're really good to go, give them your entire world. They end up walking away. Hey, hey, they don't wanna stand a guy. I'd rather have you cheat and lie and do something they hate. Girls don't want a gentleman, they say they do, but in the end, girls don't want a gentleman. They want a loser like me. Girls don't want a gentleman if you wanna get to them. Girls don't want a gentleman, they want a loser like me. A piece of shit idiot who's too stupid to care. Поддержка была. Хотел хороший. В общем, с нашими болельщиками все было еще лучше.